Жесткая и сухая. Косить траву сейчас труднее обычного, говорят газонокосильщики. На Цветном бульваре они работают с утра. Впрочем, не только они. На уборку вышли десятки людей. Работники предприятий по уборке города и сотрудники городской администрации, волонтеры. В большинстве мусорных мешков, сухие листья. Цветной бульвар, микрорайон, как говорится, спальный. Но чистоту здесь наводят, как и в местах, ставших визитной карточкой курорта. Сочи, по оценкам экспертов, сегодня самый востребованный город для отдыха в России. И гости курорта размещаются не только в отелях, но и в таких вот обычных жилых кварталах. Так что такая же работа сейчас идет и в других частях Сочи. В завокзальном микрорайоне, на Макаренко, Донской. Было принято, в общем-то, такое решение, что необходимо должное санитарное состояние поддерживать и в спальных микрорайонах. Были подняты и управляющие компании, которые обслуживают микрорайоны эти. Сотрудники управляющих компаний вышли на уборку дворов, за которые они несут ответственность. Для этих предприятий сейчас важно доказать свою эффективность. При Сочи Теплоэнерго, при МУП СТ, существует управляющая компания. У нас в управлении дома, вот данные дома, мы занимаемся уборкой территории, обслуживанием домов. Процесс этот ежедневный, но обычно в нем участвуют гораздо меньше людей. Впрочем, в случае необходимости власти курорта обещают, на генеральную уборку выйдет максимальное число работников всех организаций, которые несут ответственность за чистоту в городе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.